Итак, Уэйн Руни и его визави Педро. Какой игры ждать от них, Константин? Так, ну это Руни. Умеет ставить точку в голевых моментах. Забивает красиво и с превеликим удовольствием. Педро. Этот игрок здорово чувствует партнеров, умеет отдать нужный пас. И вот так вот за счет передачи они могут вскрыть любую оборону соперника. Думаю, очень интересная дуэль нас сегодня ожидает. Перед нами состав хозяев. Любопытный тактический вариант. 5-3-2. Мало сейчас, кто его использует. Руни.